По всему миру экстрасенсы помогают полиции в раскрытии преступлений, таинственных убийств. Зачастую об их участии в деле общественности не сообщается. Но три, пожалуй, самых известных медиума Великобритании решили объединить свои силы, чтобы поведать миру, как их удивительный дар может помочь в расследовании дел, свидетели которых давно мертвы. Колин Фрай, Тони Стоквелл и Ти-Джей Хиггс обратятся к закрытым делам о загадочных убийствах и других нераскрытых преступлениях. Они постараются помочь людям найти ответы, приоткрыть завесу тайны и пролить свет на необъяснимые факты. Вы смотрите передачу «Следствие ведут экстрасенсы». «Следствие ведут экстрасенсы». Все тайное становится явным. Дина Донован обратилась к экстрасенсам за помощью в расследовании таинственного убийства ее мужа Джона. Они были знакомы со школьных лет, а прожили в браке всего 4 месяца. Дина считала Джона образцовым семьянином, настоящей душой компании, способным в момент разрядить обстановку удачной шуткой. Однако до сегодняшнего дня полицейские не могут сказать, что с ним произошло. Была ли у Джона темная сторона жизни, о которой жена и не подозревала? Я обратилась к медиумам за помощью, потому что очень много вопросов так и остались без ответа. Мне же, всем нашим родственникам, хотелось знать, что случилось с Джоном на самом деле. Он словно рыба, которая чувствует себя уверенно в пруду, но, оказавшись в открытом море, понимает, что ее окружают акулы. Кому придет в голову просто сесть в машину и уехать в Шотландию? Какой бы ни была ссора, это еще не конец света. Дина и двоюродный брат Джона Кевин приехали в Лондон, чтобы провести сеанс вместе с Тони Стоквеллом, в то время как Ти-Джей Хиггс изучает фотографию погибшего. Мне холодно. Никто из медиумов не располагает никакой информации о деле. Я очень взволнована. У него очень приятная внешность, но я очень нервничаю. Я чувствую связь с ним. Не знаю, как выразиться, я чувствую, что все счастливы, все смеются, он постоянно шутит. Ему очень весело. Глядя на его фотографии в рубашке и галстуке, я понимаю, что ему не нравится носить галстук. Ему гораздо удобнее так, ему ближе повседневный стиль одежды. Вы очень близки с этим человеком, он ваш друг? Скорее всего, вы женаты, чувствую взаимную супружескую любовь. У него довольно колкие шутки, своеобразный юмор. Ему нравится, что все это знают. Вы до сих пор носите обручальное кольцо. Он говорит мне, насколько сильно его чувство к вам. Он очень-очень общительный. Ему не составляет труда знакомиться с новыми людьми. Каждый, кто с ним знаком, от него просто без ума. Зная, что он занимается физическим трудом, он словно говорит, я все делаю своими руками. Я несколько взволнован. Знаю, я описал его как балагура, но он еще очень чуткий человек. Слышу, как звучат похожие имена, как, например, Джимми и Джеймс. Речь идет о Джеймсе или Джейми. Нечто похожее. Он восхитителен. Соль земли. Готов ради тебя на все. 30. Ему было 33, когда он погиб. Нет. Тогда 38. Вижу тройку, еще цифра, похожая на 3. Ему вскоре исполнилось бы 38. Должно быть, вы знали друг друга очень давно, с самого детства. Верно. Да, чувствую, вы дружили еще детьми, это превосходно. Он уверен, вы помните его белый фургон. Джон очарователен, он болтает, смеется, знает, это глупо, но он большой чистюля. Всегда свежее белье, чистые брюки. Он часто пользуется лосьоном после бритья. Он любит произвести впечатление. Вижу, как он жует жвачку. Ему нравится ее мятный вкус. Он жует ее постоянно. Очень приятный человек. Хотя, с другой стороны, лучше с ним не ссориться. Боюсь, он очень вспыльчив.
Он всегда улыбается. Но есть у него и другая сторона, он далеко не ангел. Так сказать себе на уме. Он знает все и всех. С ним бывает непросто, но он никому не причинит вреда. Он крайне общительный. У него много друзей, хорошая компания. У него очень важная работа, бизнес. Он словно пытается отгородить от этого свою жену, семью. У него есть противник. Джон перешел кому-то дорогу. Однако он не делал этого нарочно, это не в его правилах. Он никогда бы так не поступил на зло другому, он далеко не глуп. В его смерти виноваты два человека. Возможно, они братья. Не уверен, братья или близкие друзья, но они очень близки. Ясно. Не знаю, есть ли между ними связь, но эти двое очень похожи, словно из одной семьи. Да, они из одной семьи, между ними крепкая связь. Это двоюродные или родные братья. Когда это происходит, я нахожусь явно не дома. Эта местность мне незнакома. Это своего рода приглашение, деловая встреча, которая может позволить расширить бизнес, установить новые контакты. Он очень этому рад, поскольку сделка сулит улучшение дел. Но все происходит в последний момент. Я чувствую, что они не хотели его убивать. Все пошло не так, как планировалось. Дела зашли слишком далеко. Все происходит спонтанно. Для него это было полной неожиданностью. Он не должен был там оказаться. Я немного запутался. Не могу разобрать, в чем дело. Это что-то, что ему сделали другие люди, а не он сам. Семья считает, что он где-то в другом месте, где его на самом деле нет. Но он думает, что съездит навстречу, вернется к семье и скажет: «Простите, я не смог туда поехать. Пришлось ехать в другое место. Но я приехал не с пустыми руками». Он постоянно мне говорит, что была ночь, было темно. Да, все произошло ночью. Куда он отправился, можно было добраться на машине, наверное. Можно было пройтись, но гораздо лучше взять машину. Он указывает мне на автомобиль. Вижу группу людей, которые уже встречались. Я не узнаю этого места. Такое ощущение, что оно не принадлежит остальному ландшафту. Это местность словно выделяется на фоне типичного пейзажа. Не является его частью. Я понимаю. Мою голову толкают назад. Я чувствую, как струится кровь по лицу. Было какое-то столкновение. Затем он упал. Я вижу это именно так. У меня колотится сердце. Я чувствую чье-то движение. Сначала они сбоку, затем стоят передо мной. Я чувствую, что здесь у меня рана. Смерть наступила мгновенно. Он очень быстро ушел в другой мир. Я слышу выстрелы. Я мертв. Я знаю, ему нанесли удар. Да, его кто-то сильно ударил, а затем перетащил на другое место. Я вижу нечто похожее на дуло ружья. Да, это ружье, направленное на меня. Меня застрелили. Что вы еще хотите? Он в своем духе. Я улыбаюсь не потому, что этот человек ушел из жизни, а потому, что именно таким он был в жизни. Вы не знаете, кто его обнаружил? Мне кажется, это были чужие люди. Простые прохожие, которые, возможно, выгуливали собак. Да, все было именно так. Все до сих пор покрыто тайной. Речь идет о температуре тела. Да, что-то с ней связано. Его убили не в помещении, а на улице. Но это не то место, где его в конечном итоге обнаружили.
Я чувствую, что он уже был мертв, когда его перенесли на другое место и оставили. Мне кажется, что меня катят. Знаете, так как играют дети, скатываясь с горки. Я скатываюсь точно так же. Возможно, в какой-то момент он упал. Упал лицом вниз. Описывая мне свое убийство, он говорит о том, что на него свалили всю вину, что он кому-то противостоит. Я считаю, что он просто прикрывал кого-то другого. В конце концов, они уехали. Далее в нашей программе. Насколько верны видения Тони и Тиджи? Было ли это убийством, или Джон покончил с собой? Ходили разные слухи. Одни говорили, что это убийство, другие — самоубийство. Следствие ведут экстрасенсы. Экстрасенсы расследуют необъяснимую смерть добродушного отца троих детей Джона Донована. Очаровательный, рисковый, он был родом из Поплера, восточного Лондона. Он так хорошо освоился, что многих его знакомых не знала даже семья. Он бы никогда такого с собой не сделал. И я считаю, что все, что сказал Тони, значительно проясняет картину происшедшего. Мы знаем, что он там, что он за нами наблюдает. Очень благодарны за все, что он для нас сделал. По профессии Джон был инженером подъемно-транспортного оборудования, но бросил работу из-за проблем со спиной. Должно быть, вы знали друг друга очень давно, с самого детства. Были знакомы с самого детства, думаю, лет с 12. Постоянно были вместе, общались с одними и теми же друзьями. Он уверен, вы помните его белый фургон. Лет 10 назад мы вновь встретились, на этот раз в клубе. Мы оба только что перенесли разрыв отношений. В тот вечер он подвез меня до дома на своем белом фургоне. Это была его рабочая машина. Я несколько взволнован. Он был очень чутким человеком. Он был неисправимым романтиком. Писал стихи, чуть ли не каждый день дарил цветы. Ухаживал за мной 8 месяцев, затем мы решили жить вместе. Мы не хотели большой свадьбы, у нас за плечами уже было по неудачному браку. Мы хотели устроить двойную свадьбу и отправились вместе с моей сестрой, ее будущим мужем, на Ямайку, где исправили свадьбу. Большое спасибо, что вы с нами, что пришли поздравить нас. Спасибо вам! Он очень-очень общительный. Ему не составляет труда ознакомиться с новыми людьми. Каждый, кто с ним знаком, от него просто без ума. Очень романтичный. Всегда планировал выходные вне дома, постоянно нас чем-нибудь удивлял. Он был отличным отцом и отчимом. У него было трое собственных детей, которых он просто обожал. Мои его тоже очень любили, брали с него пример. Вы до сих пор носите обручальное кольцо? Да, ваше обручальное кольцо. Я никогда его не снимаю, и так будет всегда. Для меня очень дорога эта вещь. У него довольно колкие шутки, своеобразный юмор. С ним весело, он постоянно шутит. Ему приятно быть в кругу людей. Семья, скорее всего, запомнит его как добродушного Джона. Он очень веселый, всегда улыбается. С таким парнем уж точно не заскучаешь. Он всегда был душой компании. Любил подшутить над кем-нибудь и посмотреть на реакцию человека. Стоило ему появиться, как все начинали смеяться. У него всегда была в запасе история, и каждый раз целая сага. Стоило однажды с ним встретиться, как он становился твоим закадычным другом. Он был довольно неловок. Сложно было его не заметить. Он обожал хорошую еду. Обожал жизнь. Слышу, как звучат похожие имена, как, например, Джимми и Джеймс. Речь идет о Джеймсе или Джейми, нечто похожее. Джейми — это дочь Джона.
Настоящим же именем Джона, записанным в свидетельстве о рождении, было Джеймс. Поэтому его отец часто звал его Джимом. Я часто путалась, поскольку знала его только как Джона. Вижу, как он жует жвачку. Ему нравится ее мятный вкус. Джон курил. И, видимо, считал, что я этого не знаю, и постоянно жевал жвачки, чтобы скрыть от меня запах сигарет. Он часто пользуется лосьоном после бритья. Скорее всего, это мятный запах его жевательной резинки. По этому запаху мы знали, что он приближается еще до того, как он появлялся. Он большой чистюля, всегда свежее белье, всегда чистые брюки. Для него это принципиально. Он постоянно, как я выражаюсь, наводил марафет. Несколько раз в день переодевал белье, принимал душ утром и вечером. Настоящий чистюля. Знаю, что он занимался физическим трудом, работает своими руками. Он говорил, что он неплохой декоратор, но мне так и не довелось в этом убедиться. Часто принимался за какое-нибудь дело, но обычно за него все доделывали другие. Он крайне общительный. У него много друзей, хорошая компания. Джону часто помогали, у него всегда был человек, чтобы закончить начатое им дело. У меня создалось впечатление, что он был лихачом на дороге, он довольно вспыльчив. Он вспыхивал, как спичка, но так же быстро успокаивался. Этого практически никто не замечал. Ему было 33, когда он погиб, или 38. Вижу тройку, еще цифра, похожая на 3. Ему было 37, вскоре исполнилось бы 38. Это незапланированная поездка, все произошло неожиданно. У нас произошла небольшая ссора. Джон должен был отвезти Коннора, приемного сына, в парикмахерскую. Я немного разозлилась, когда он вернулся с кучей причин, почему он этого не сделал. Он обиделся, чего за ним раньше не замечал, и уехал. Поскольку речь шла о стрижке, я не придала этому большого значения. Решила пока ему не звонить, дать время остыть, и просто занялась своими обычными делами. В воскресенье утром я проснулась и отвезла сына на тренировку по регби. Джон так и не появился. Он позвонил, когда я была на тренировке, и сказал, что находится в Шотландии. Я начала задавать вопросы, почему ты там? Зачем туда поехал? Ответы на которые так и не получила. Семья считает, что он где-то в другом месте, где его на самом деле нет. Насколько я знаю, у него не было никаких знакомых в Шотландии. Для меня до сих пор остается загадкой, кому он тогда ездил. Он уехал туда на машине, несколько раз звонил мне в течение дня и вечером. Он вел себя как всегда. Как всегда, шутил, смеялся. Не было ничего странного. Я несколько раз спрашивала, почему он там и с кем, но он ничего не ответил. Во время одного из разговоров он извинился за то, что вот так вот уехал, не предупредив. Вообще странно, что он поехал в Шотландию, потому что чаще всего его можно было найти в ближайшей пивной. Он сказал мне, что уже возвращается, но позже выяснилось, что он ехал в Эвернес. Операторы мобильной связи выяснили, что все время он находился на севере. Он постоянно мне говорит, что была ночь, было темно. Да, все произошло ночью. В последний раз мы поговорили с Джоном в воскресенье в 12 часов ночи. Он сказал, что будет к 7:30 на следующее утро, даже пообещал отвезти детей в школу. Я беспрестанно звонила ему и не могла дозвониться. Потом у его телефона села батарея. Я заявила об исчезновении Джона через 2 суток. Вы не знаете, кто его обнаружил? Мне кажется, это были чужие люди, простые прохожие, которые, возможно, выгуливали собак. Да, все было именно так. Где нашли тело Джона, было много оставленных из-за непогоды машин, когда их забирали. А за машиной Джона никто не приехал, вызвали полицию. Так его и нашли.
Я не узнаю этого места. Такое ощущение, что оно не принадлежит остальному ландшафту. Его нашли на пустыре, там ничего нельзя было строить. На участке ничего не росло, лишь несколько кустов. На другой стороне, где была машина, все покрыто травой. Эта зона словно прилегает к чему-то еще. Речь идет о разъезде, который прилегает к основной трассе. Для чего было переезжать эту дорогу и спускаться по склону? В его смерти виноваты два человека. Они из одной семьи, между ними крепкая связь. Это двоюродные или родные братья? Если они не родные, то двоюродные братья, они очень близки. Ходили разные слухи. Такое бывает, когда происходит нечто похожее. Но опять же, было не за что зацепиться. Пустые разговоры. Смерть наступила мгновенно. Он очень быстро ушел в другой мир. Я слышу выстрелы. Я мертв. Чувствую удар. Рану в результате удара. Это был выстрел в голову. Я видел заключение следователя, ведущего дела. Все до сих пор покрыто тайной. Речь идет о температуре тела. Да, что-то с ней связано. Его тело покрывал 15-сантиметровый слой снега. Полиции не удалось установить время смерти. Они не смогли этого сделать из-за плохой погоды. Описывая мне свое убийство, он говорит о том, что на него свалили всю вину. Это что-то, что ему сделали другие люди, а не он сам. Джон ни за что бы не покончил с собой. Это невозможно. Он бы так не поступил с нами, своей семьей. У него и ружья-то никогда не было. Он туда зачем-то ехал, но зачем? Я сомневаюсь, что это когда-то станет известно. Но я уверена, есть виновные в его смерти. Главный вопрос – почему? Пока не знаю ответа. Тони пока не может сказать, что случилось, не знаем и мы. До сих пор не верится, что такое произошло. Такое ощущение, что он вышел из дома ненадолго и вот-вот вернется. Это было большим ударом для всех, кто его знал. Еще столько вопросов остается без ответа. Нет ответов на вопросы. Ти-Джей берется за изучение местной прессы. Незнание ведет к смерти. Мне бросилось в глаза. Джон словно сделал шаг навстречу неизвестному. Тем временем Тони и Колин обращаются к личным вещам Джона. Они уверены, что никогда не будут отвечать за то, что совершили. Следствие ведут экстрасенсы. Экстрасенсы расследуют неожиданную и таинственную смерть бывшего инженера Джона Донована. Только через 5 дней после исчезновения полиция обнаружила его тело на северо-востоке Шотландии. Его машина была брошена неподалеку. Рядом с телом лежало ружье. Я не понимаю, за что с ним так поступили. Он всегда был очень приятным человеком, никому не причинил вреда. Все, что он делал, это помогал людям. Уехать после ссоры – это одно дело, но выполнять чьи-то поручения, не предупредив меня, этого бы Джон никогда не сделал. Ни за что на свете. Вся история покрыта мраком. Из-за плохой погоды мы только через 5 дней после его исчезновения смогли что-то узнать. До этого просто ничего не было видно. Мы до сих пор не верим, что это самоубийство. Полиция провела тщательное расследование, но результаты нам не сообщили. Возможно, они что-то и знают, но нам не говорят. Ти-Джей отправляется в Абердин, гранитный город, дабы попытаться что-нибудь обнаружить в местных газетах. После того, как в феврале 2001 года занесенное снегом тело Джона обнаружили недалеко от главной трассы, соединяющей Эвернес и Абердин, вышла череда статей в местной прессе. Вооружившись информацией, Ти-Джей надеется, что дух Джона поможет ей читать между строк.
Практически каждая статья вначале ссылается на материалы крупномасштабного полицейского расследования. Ты автоматически надеешься обнаружить подтвержденные факты. На самом же деле, читая, понимая, что никакой информации не дается, все очень поверхностно. Просто говорится о человеке, найденном у дороги, ни имен, ни объяснений. Это вряд ли можно назвать отчетом. Вот очередной отчет. У трассы А-96 обнаружено тело человека. Начато расследование. Говорится об участии следователей, судебных экспертов, представителей службы по контролю за оборотом наркотиков и снова. Никаких подробностей. Ничего определенного. Третий отчет. Расследование закончено. Предположительно, смерть в результате самоубийства, и снова нет деталей. Возникает чувство, что на самом деле полиция известна имена преступников. Я не говорю, что у Джона не было недостатков, он не был идеальным. Скорее всего, он перешел кому-то дорогу. Мне кажется, что многое замалчивается, поскольку речь идет о более важной птице. Полиция не заинтересована в раскрытии дела. Очередное самоубийство, дело закрыто. Лучше молчать, чтобы не поднять большого шума. Удивительно, как духам удается объяснить значение вещей. Они просто подают тебе мысли. Мне встретилось предложение, совершенно не связанное с делом Джона. Незнание ведет к смерти. Мне бросилось в глаза. Джон словно сделал шаг навстречу неизвестному. Появляется ощущение, что Джон, стараясь быстро заработать, связался с наркотиками. И его незнание — вот что его убило. Он словно рыба, которая чувствует себя уверенно в пруду. Но, оказавшись в открытом море, понимает, что ее окружают акулы. Это просто сенсация. В пятницу на заснеженной обочине главной трассы, соединяющей два крупных шотландских города, обнаружено тело человека. Большое событие для нас. Мы отправились в полицию, чтобы попытаться узнать больше подробностей. Самое странное, что мы так и не получили никаких ответов. Никто не хотел говорить об этом конкретном случае. Обычно мы получали хоть какую-то подсказку, в каком направлении работать. Это самоубийство, а может, его убили. Что произошло? Мы понимали, что самым важным является то, о чем никто не говорит. Полиция заявила, что ничего подозрительного в деле не обнаружено. Но сам факт того, что его нашли в Шотландии, уже подозрительно. За что его убили? Джон проводил много времени с сыном Дины Коннором. Они часто вместе ходили в клуб Уэмстеди на тренировки и матчи по регби. Колин Фрай берет на время любимую майку Джона, чтобы сконцентрироваться на духовной энергии, которую она сохранила. Я ощущаю, что она принадлежала человеку, способному продемонстрировать развитый интеллект. В одних ситуациях он поступал довольно разумно, быстро приспосабливаясь к условиям. Других мог проявить невероятную глупость и безрассудство. Он очень вспыльчив. Эта поразительная двойственность натуры выражается у него, когда в одних случаях он способен быстро среагировать и выйти из любой ситуации победителем, в других же он ведет себя подобно большому ребенку. Тем временем Тони отправляется в гости к Дине, чтобы провести подобную процедуру с драгоценностями Джона. Я чувствую, что, в общем, Джон весьма трудолюбив, однако никогда не откажется поваляться и поплевать в потолок. Ему нравилось, когда вы приносили ему чай, он любил быть дома, проводить время с вами. Но часто ему не терпелось сменить обстановку, и он исчезал. Он мог быть невероятно упертым, стоять на своем. Но опять же, ввиду его двойственности, мог поддаться на уговоры. Делать вещи, которые, руководствуясь здравым смыслом, люди обычно не совершают.
Теперь я точно знаю, что за теми, кто убил Джона, стоят более важные люди, которые распорядились выполнить задание. Это своего рода приглашение, деловая встреча. Я чувствую, что в день смерти ему передали чье-то сообщение. Скорее всего, он был должен встретиться с кем-то за день до этого, что было для него также неожиданностью. У него не было желания ехать так далеко. Все происходит в последний момент. Он уже мчится по трассе, когда раздается телефонный звонок. Он очень раздражен, ему сказано повернуть на следующем перекрестке и вернуться назад. В день смерти его попросили с кем-то встретиться. Он думает лишь о том, как бы побыстрее это сделать и вернуться домой. Он думает о том, куда же положить то, что ему предстоит забрать. Наверное, лучше в багажник, на заднее сиденье нельзя. То, что ему предстояло забрать, было оружие. Оружие и что-то еще. Я не уверен, как он припарковался, но вторая машина подъехала к нему спереди. Я вижу две машины с ярким светом фар, направленным друг на друга. Джон думает про себя. Вот идиоты, они могли подъехать сзади, чтобы можно было спокойно положить все в багажник. Произошла встреча, и что-то пошло не так. Он знает что-то о тех, с кем встречается, пытается шутить. Что это, грабануть меня решили? Сложно сказать, но такое ощущение, что он имеет дело с пешками, за которыми стоят важные люди. Речь неожиданно заходит о конверте с деньгами. У меня нет денег, мне сказали просто забрать товар. Мне никто ничего не говорил о деньгах, я должен просто забрать товар. Те двое злятся. Все, что я слышу, это крики, удары. Я знаю, он одного ударил. Джон кого-то ударил. На кулаке, вероятно, остались ссадины. Он продолжает настаивать. Позвоните им. Сами позвоните. Я ничего не знаю про деньги. Возьмите трубку. Теперь все потемнело. Просто темнота. Было принято решение. Решение заставить его замолчать. Удар по голове. Он теряет сознание. Затем следует выстрел в голову. Я слышу выстрелы. Никакие оправдания относительно того, почему у него не было денег, не могли его спасти. Тем действительно ничего не знал о деньгах, которые, как оказалось, он должен был передать. Все, что ему сказали, это забрать товар. Поскольку его уже и так подставили, настроение у него было не из лучших. Судя по огнестрельному ранению, можно сделать вывод, что его убили. Сам человек не может так держать ружье. Если это самоубийство, человек держит ружье вот так. А в этом случае ружье находилось на большом расстоянии. У него, вероятно, остались синяки на руках от того, что его поднимали и тащили. То есть довольно мягкие ткани. Должны были остаться следы или синяки. Вам что-нибудь об этом известно? Да, в заключении говорилось, что на теле обнаружены красные следы. Кровоподтеки, да. Они уверены, что никогда не будут отвечать за то, что совершили. Жизнь этого бедного человека для них ничего не значила. Абсолютно никчемный человек, посмевший открыть рот. Они его застрелили. Оставайтесь с нами. Тони продолжает искать улики на юге Англии. Ти Джей отправляется в Шотландию к той самой трассе.
Мне нехорошо, я очень встревожена. Следствие ведут экстрасенсы. Расследование экстрасенсов по делу о гибели мужа Дины Донован, Джона набирает обороты. Все трое не согласны с заявлением полиции о том, что в деле не было подозрительных обстоятельств, и уверены, что Джон был убит. Но как он оказался в Шотландии? Почему все закончилось так ужасно? Такое впечатление, что он вел другую жизнь. Ни на один вопрос невозможно получить ответ. Как будто речь идет не о нем, а о каком-то другом человеке. Может быть, здесь замешан близкий друг? Кто-то же должен знать причину его смерти. Проезжая среди холмов Шотландии, Ти-Джей направляется на север, к Эвернессу, к месту убийства. Поможет ли ей Джон собрать последние детали головоломки воедино? Мне нехорошо. Я очень встревожена. Словно его мозг работает медленнее, чем должен. Что со мной происходит? Куда они меня тащат? Там на обочине мы и нашли тело, а рядом ружье. Возможно, труп пролежал там неделю, мы точно не знаем. Тем не менее, полиция очень серьезно отнеслась к этому делу. Была перекрыта дорога, установлены посты. Затем движение пустили только по одной полосе. Произошло нечто серьезное. Громкая история. Для нас же она вот уже на протяжении 6 лет остается тайной. В Англии Тони отправляется в прибрежный Уитстейбл, где Джон и Дина провели много счастливых дней. Находясь в их трейлере, Тони надеется, что дух Джона сможет конкретнее поведать ему о том, что произошло. Здравствуйте, Тони, проходите. Закройте дверь. Он говорит о том, что сейчас вы особенно близки. Он говорит, как я хочу здесь быть. Я не назову его болтуном, но, похоже, он сам себя так называет. Обычно от него много шума. При встрече с ним люди спрашивают: «Привет, Джон, как поживаешь?» И он начинает беседовать с одним, затем с другим. Он настоящий джентльмен и очень обходителен с людьми. A gentleman that wants to do favors for people, you see. Это то место, где обнаружили машину Джона. Тела в машине не было. Не уверена, катился ли он. Да, такое ощущение, что он скатился вниз по склону. Находясь здесь, меня все больше тянет на ту сторону дороги. Ближе к обрыву. У меня создается впечатление, что... Я не могу сказать, что он вам лгал, это вам не понравится, но и правду он обычно старался скрыть. Так, если его спрашивали, где он находится, он очень расплывчиво рассказывал о своих делах, не отвечая на вопросы. Я не осмелюсь сказать, что он был преступником, но я явно чувствую, что впутывался в разные аферы. Знал многих, кто занимался преступностью. Все они, однако, были неплохими людьми. Знаете, такие хорошие и плохие парни. Но были среди его знакомых и откровенные мерзавцы. Думаю, на протяжении всей жизни был знаком с подобными подозрительными личностями, даже когда был совсем молодым. И часто выручал своих товарищей. Сам же он не причиняет никому вреда, не делает ничего плохого. Если, например, украсть недорогую стиральную машину из грузовика, это же не причинит никому вреда, значит, все в порядке. Это человек высокой морали, вот только понятие морали у него лично свое. Мне кажется, в этом-то все и дело. Хотел выручить товарища или подменить кого-то, кто просто не смог поехать. Его пообещали взять долю, фунтов 400. Он не мог отказаться. Тем более его просили об услуге. Сейчас я пытаюсь определить то место, где нашли тело Джона. Меня непременно тянет к обрыву вниз. Я чувствую, как скатываюсь вниз, как на теле остаются царапины. Я уверен, он приехал, чтобы что-то забрать. Это похоже на последнюю отчаянную попытку достать денег, заработать их как можно быстрее. Он попросту связался не с теми людьми. Я думаю, его просто приняли за другого.
Уверен, что он сам не был связан с какими-то небылопреступными группировками. Джон был всего лишь незначительным посредником. Стараясь обеспечить свою семью. Он уверен, что едет туда только за тем, чтобы забрать передачу. Это дело, требующее тщательной организации. Мы раньше предлагали заняться этим, но он отказывался. На этот раз он был просто вынужден принять предложение. Эти люди весьма влиятельны. Речь идет о больших деньгах, наркотиках, автомобилях, перепродаже автомобилей. Теперь я знаю наверняка, что здесь замешаны наркотики. Я чувствую, что мне преграждают путь. Я словно слышу: «Тихо, замолчи немедленно, ты сказала достаточно». Именно такое ощущение у меня возникает. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что Джон стал жертвой обстоятельств. Нет, он никогда не совершал преступления, ничего подобного. Дело в том, что он был знаком с такими людьми. Вероятно, они считали его членом какой-то крупной криминальной группировки. В действительности они просто убили не того человека. Ему бы и в самом страшном сне не приснилось, что за это могут убить. Я практически уверена. Джон пошел на такое ради семьи. Скажу больше. Его убили, потому что он не хотел разобраться в ситуации. Все решили деньги. Тони возвращается в район Лондона Собачий остров, чтобы сообщить Дине Донован о результатах работы команды. Здравствуйте, Дина. Добрый день. Рад вас видеть, и я. Давайте присядем, я расскажу все, что нам удалось узнать. Мы все сходимся во мнении, что Джон был убит двумя мужчинами. Двумя родными или двоюродными братьями. В любом случае, между ними была крепкая связь. Для нас до сих пор остается загадкой, было ли преступление совершено на том самом месте, где нашли его тело. То ли это место. Мы считаем, что убийство произошло неподалеку, и труп затем перенесли. Джон был отличным семьянином. Он ничем не дорожил так, как семьей, она для него была всем. Думаю, он пошел на этот риск ради благополучия близких. Он был вынужден согласиться на эту авантюру. Знаете, я уверен, надеюсь, такое же впечатление сложилось у всех остальных, что Джон был хорошим человеком. Всегда изо всех сил старался помочь ближнему. Но в тот день совершил непоправимую ошибку. Он не хочет, чтобы мы продолжали расследование, старается защитить свою память и семью. Он до последнего момента не хотел вмешиваться в происходящее. Он надеялся только встретиться с нужными людьми и тут же вернуться домой с заработанными деньгами. Ваш муж — жертва обстоятельств. Никогда в жизни он не причинил бы никому вреда. Это было настолько несвойственно ему. И он представляется как добрый великан. Да, именно так. Как большой добрый мишка. Я знаю, что он очень хочет, чтобы его дети выросли сильными личностями. Но если они будут жить с чувством ненависти к людям, убившим их отца, это гораздо больше повлияет на их судьбу, чем на жизни преступников. Вы, будучи замечательной, любящей матерью, можете сделать только одно. Продолжать так же тепло относиться к своим детям и объяснить им, что отец их продолжает любить, несмотря на то, что его нет рядом. Они должны знать, что он ушел из жизни не по своей воле, а в результате ужасной случайности. И если они будут помнить об этом, а не о том, как несправедлива была судьба к их отцу, они, сохранив память о Джоне, обязательно станут полноценными личностями. Главное, что мы хотели бы сказать вам, это то, что этот замечательный человек по-прежнему наблюдает за вами и вашими детьми с небес. Он ни за что на свете не покинул бы вас, если бы не роковая ошибка. Но кто из нас их не совершает? Я верю, что Джон навсегда останется очень важной частью вашей жизни. Помните, он продолжает наблюдать за вами, оберегать вашу семью. Нужно просто научиться замечать те знаки, которые он старается посылать. Он никогда не оставит своих близких.
Тони, большое вам спасибо за то, что принесли мир и спокойствие в наш дом. Это был ни с чем не сравнимый опыт. Я счастлива от одной мысли, что Джо по-прежнему оберегает нас. Благодаря вам я смогла вновь встретиться со своим мужем. Джон каждую неделю отвозил Коннора на тренировки. После его смерти сын потерял интерес к спорту. Однако вчера, впервые за последние несколько лет, мы отправились в клуб регби. Для нас это большой шаг вперед. А что они сейчас делают? Это и есть схватка вокруг мяча? Ты не скучаешь по регби? Неужели неохота вернуться? На русский язык фильм озвучен по заказу компании Zone Media.